Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим очень вкусную, сочную, нежнейшую жареную щуку в сметане. Для приготовления этого блюда нам понадобится щука, репчатый лук, сметана, мука, соль, лавровый лист, черный молотый перец, немного зелени и растительное масло. Приготовить такое блюдо совсем несложно. Для начала займемся разделкой рыбы. Щуку нужно почистить и выпотрошить. Почищенную рыбу разрезаем на кусочки, голову и хвост оставляем на уху. Также из кусочков щуки нужно вырезать позвоночник. Теперь рыбку нужно замариновать. Добавляем в нее лавровый лист. Рыбу солим по вкусу. И отставим ее пока в сторону. Пока маринуется рыбка, подготовим остальные продукты. Лук нарезаем четверть кольцами. Миленько нарезаем зелень. Добавляем немного соли, по вкусу черный молотый перец и немного холодной воды. Все это хорошенечко перемешиваем. Все подготовили, можно приступать к приготовлению блюда. Для начала нам нужно пожарить лук. В сковороде разогреваем пару столовых ложек растительного масла и обжариваем лук до румяного золотистого цвета. Когда лук подрумянится, снимаем его с плиты. Теперь пожарим рыбу. В сковороде разогреваем 2-3 столовых ложки растительного масла. Кусочки рыбы панируем в муке и обжариваем их до румяной золотистой корочки с обеих сторон. Как только кусочки рыбы подрумянятся с обеих сторон, снимаем обжаренные кусочки на тарелочку. Рыбу не нужно жарить до готовности, ее нужно просто немножечко обжарить. Таким образом пережариваем всю рыбу. Когда все кусочки рыбы будут обжарены, сливаем со сковороды масло, сковороду протираем бумажными полотенцами, в чистую сухую сковородку выкладываем кусочки рыбы. Сверху на рыбу выкладываем лук. Включаем средний огонь. Заливаем рыбу сметаной.
Сковородку накрываем крышкой и тушим рыбу, повторюсь, на среднем огне в течение 10 минут. Через 10 минут выключаем огонь, посыпаем рыбу зеленью. Сковородку накрываем крышкой и даем рыбе потомиться еще 5 минут. Прошло 5 минут, рыбка наша протомилась, блюдо готово, с пылу с жару можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится сочная, нежнейшая щука, приготовленная по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!